Всех с Новым Годом, дорогие мои друзья и гости моего канала! А вы снова попали на канал Волчонок Поваренок, и сегодня мы с вами приготовим салат нежный. Для начала, естественно, мы отварим куриную грудку, отварим яички, сырок нам потребуется, также зеленый горошек, чеснок, майонез и сметана. Салат получается очень вкусный и насыщенный. Мясо курицы мы порезаем кубиками, а сыр мы натираем в терку. Яички мы уже тоже почистили, горошек мы приготовили. Сейчас будем мняку-мняку-вкусняку делать. Курочку мы предварительно сейчас обжарим на сковородке до золотистого цвета. Попассируем немножко, красиво подсушим с любимыми специями. Добавляйте, какие вы любите. Теперь белок мы отделяем от желтка, а желток мы сейчас помнем. Но лучше это делать всего лишь вилочкой. Вы делаете вилочкой. Добавляем 2 ложки большие майонеза в желток, 1 сметаны и перемешиваем все после того, как добавим чеснок. Через чеснокодавилку или потереть в мелкую терку. Это будет наша основа. Это будет наша заправка к салату, ребят. Теперь соединяем все ингредиенты. Горошек, сыр, курицу, белок отдельно натертый, обратите внимание. И наша заправка. Желток с майонезом и чесноком. После того, как мы это все соединяем, получается у нас вот такое вот чудо. Красивое, красивое, красивое. Что на день рождения, что на Новый год. Вот такой праздничный, вкусный салатик. Рекомендую, нежный. Ребята, всем спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки. Кто новенький, обязательно оформляем подписку, нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать наши новые уведомления. Всем приятного аппетита, всем пока!